студенческих новостей «Ньюс фо ю». И с вами его ведущие Мария Пинчук и Артем Цыплухин. Осень приготовила много интересных мероприятий для студентов. Каких, узнаем в этом выпуске. Каждый новоиспеченный студент в ряду первых важных сообщений слышит загадочное слово «профилакторий». Что это такое и как туда попасть, об этом в следующем нашем сюжете. Некоторые студенты, проучившись уже несколько лет в нашем университете, до сих пор не знают, как попасть в профилакторий. И вот сегодня мы пошагово узнаем, что для этого нужно и куда нужно идти. Первый шаг – это наш профком. Здесь мы вносим фамилию и список желающих. Поговорив с секретарем, мы выяснили, что нужно взять направление в здравпункте и затем вернуться в профком, чтобы записаться в очередь. На протяжении одного учебного года действует 12 смен по 22 дня. Очередь одной смены составляет 60 человек. Когда до нас дошла очередь, мы идем в здравпункт, который находится на проспекте Ленина, 11Б. Здесь мы узнаем информацию о необходимых справках, а позже получаем санитарно-курортный лист и обязательное направление в профилакторий. Далее с направлением и картой СТЭК мы в первый день своей смены идем снова в профком, где нам дают заветную путевку. И вот дело остается за малым. С путевкой мы идем в регистратуру профилактория, которая находится в корпусе на Анохина, и здесь мы можем получить любые подробности. Наталья Михайловна рассказала нам обо всем, что ожидает студента, который пришел в профилакторий, а именно, в регистратуре его направляют к врачам. На приеме студент говорит о том, что его беспокоит, и доктор назначает процедуры, лекарства, витамины и прочее. После в регистратуре студент получает необходимые медикаменты и талончики на еду, а также договаривается о дате посещения процедурных кабинетов. Дорогие студенты, не забывайте, пожалуйста, про отдых во время учебы, ведь в нашем университете есть столько прекрасных возможностей. С вами была Дарья Соловьева. Совсем скоро состоится событие, которого мы ждали целый год. И абсолютно правильно подумали, это студенткам. Итак, ДК «Машиностроитель», 15 октября, стартуем в 23:00, не пропустите. Билеты в правкоме студентов Петергу. А совсем недавно корреспондентом ЮТВ было проведено собственное расследование. Все его подробности смотрите в следующем репортаже. Здание главного корпуса Петрозаводского государственного университета возвышается в самом центре города и радует прохожих своим стройным фасадом и уютным внутренним двориком. Но нас будут интересовать необычные то ли мозаики, то ли клумбы у центральных ворот. Как оказалось, многие интересуются, имеет ли какой-то смысл мозаики, расположенные симметрично главному входу Петергу, или же они созданы просто из эстетических соображений. Именно это мы и попытаемся узнать. Для начала мы спросили мнение прохожих о том, какие ассоциации возникают у них при виде объекта нашего исследования. Оказалось, что для кого-то это просто оригинальная клумба, другие разглядели тропинку и даже голову птицы. Были версии о сложной извилистой дороге к диплому и о вратах, которые символизируют вхождение в царство знаний, а один совсем юный школьник предположил, что это не что иное, как радуга. Желание докопаться до истины привело нас в библиотеку, где мы в самых древних источниках пытались найти символ, который мог быть похож на исследуемое нами творение ландшафтных дизайнеров. Но все поиски оказались напрасными. Найти тех, кто занимался этими клумбами, оказалось непросто. И все-таки мы связались с ландшафтным дизайнером, которая принимала участие в создании. Она-то нам и открыла завесу тайны и рассказала, что в эту мозаику никакого скрытого смысла не вкладывали. К тому же этот объект остался незавершенным. По задумкам, над клумбами должны были находиться цветники, и совместно эта композиция смотрелась бы как радуга. Главной целью было лишь освежить газон и сделать его красивым и интересным. А самым догадливым оказался школьник, который правильно разглядел в этой мозаике символ радуги. Это была Мария Пинчук. Смотрите ЮТВ. С 20 по 23 октября пройдет школа актива для первокурсников. Уже меньше, чем через 2 недели, веселые, энергичные и очень активные первокурсники смогут проявить себя. А мы пожелаем им удачи.
30 сентября состоялась премьера серии игр «Русская рулетка». Принимали участие 5 команд с разных факультетов. В чем заключалась суть этой непростой игры и кому удалось победить, смотрите в сюжете Яны Мышкиной. Еще со времен царской России русская рулетка считается одной из самых опасных азартных игр. И сегодня в стенах Петербурга проводится именно та самая игра. Давайте посмотрим. На игру собрались ребята с юридического, физико-технического, исторического, эколого-биологического и факультета политических и социальных наук. Однако ни у одной из команд мы не заметили ни револьверов, ни безумно решительных взглядов. Так как же они собрались играть в русскую рулетку? Расскажи, пожалуйста, о правилах. Правила – это интеллектуальная игра. Правило заключается в том, что каждой команде задаются по вопросу. Если команда отвечает неправильно, им дается кубик. Игра состоит из 5 раундов. Если в первом раунде выпадает единичка, они вылетают. И так по увеличению. Если во втором раунде выпадает единичка и двоечка, они вылетают. В третьем единичка, двоечка и троечка и так дальше. В итоге остаются 2 команды, в которых задаются более сложные вопросы, уже без вариантов ответа, наподобие игры «Что, где, когда». Они отгадывают, и кто вылетает, кто вылетает, кто выиграет, кто выиграет. Вот так изощренный ум студента способен заменить барабан с единственной пулей на простой игральный кубик. И первой же жертвой кровожадного кубика пала команда физико-технического факультета. А вот счастливыми обладателями первых призов рулеток для измерения длины стали девушки с исторического факультета. Вопросы интересные очень. Казалось бы, вообще элементарные ответы, но до них надо додуматься. Было интересно, вопросы мне тоже понравились. И я думаю, что эта игра была не хуже, чем остальные. Совсем скоро все факультеты Петергу выберут лучшего из своих адаптеров. А лучшие из лучших примут участие в общеуниверситетском конкурсе. За всей необходимой информацией обращайтесь к своему профорку. Финальным этапом работы адаптера является посвящение первокурсников студенты. На факультете Прибалтийско-финской филологии и культуры эта традиция соблюдается уже более 5 лет. И в этот раз мероприятие прошло особенно ярко и празднично. Вот уже который год на факультете Прибалтийско-финской филологии и культуры проводится традиционный праздник посвящения студенты Фуксиасет, что с финского можно перевести как время первокурсников. Сегодняшним вечером в 314 кабинете творится что-то неописуемое. Давайте заглянем, посмотрим, что же там происходит. Открывала это мероприятие вокально-инструментальная студия «Блики света», которая разогрела первокурсников своей живой и энергичной музыкой. А далее первокурсников ждали увлекательные конкурсы, смешные сценки от старших курсов, а также демонстрация своих видеороликов, где первокурсники оценили работу адаптера. Третий год подряд уже выступаю ведущим этого мероприятия. Я не могу не видеть радость лиц первокурсников после каждого конкурса, выступления той или иной группы, оценки и тому подобное. После вручения памятных подарков новоиспеченных студентов ждал настоящий сюрприз – выступление группы «Синтрол» с песней, посвященной факультету. Ноября пройдут полуфинальные игры студенческой лиги КВН Петергу. Пуру-пуру-пу. Пу! На этом наш осенний выпуск подошел к концу. Следите за новостями и будьте в центре событий. Смотрите нашу передачу. До новых встреч. Пока-пока.